Вы смотрите Live News. Мы продолжаем. На Ярославском шоссе экстренную посадку совершил двухместный легкомоторный самолет. Это произошло недалеко от подмосковного Сергиева Посада. Пилоту удалось приземлиться прямо на дорогу. Посмотрите. Как всегда, в распоряжении Live News эксклюзивные кадры с места происшествия. Эту фотографию прислали наши зрители с помощью мобильного приложения LiveCore. Есть еще снимки. Как видно на кадрах, пилоту удалось очень точно приземлиться. Самолет сел на разделительную полосу между двумя встречными потоками. При этом шасси не дали выкатиться ни на встречную, ни на попутную сторону дороги. В результате такой посадки пострадавших нет. Самолет, как мы видим, поврежден, но это от удара о землю. А вот автомобили, которые могли бы с ним столкнуться, не нашлось. Аварии не произошло. Вечером на Ярославке посадить самолет и ни в кого не врезаться, вы только представьте. Посмотрите, сколько сейчас там машин. Действительно, в рубашке родился пилот. Сейчас узнаем, как он себя чувствует.